Итак, к нам в офис попала подметальная машина, механическая, Stiga SVP-475. Это средняя модель среди трех экземпляров, которые компания Stiga заводит в этом году. Не зря мы начали видео с вот такого ракурса, так она может храниться. При этом практически не занимая места. Можно еще ближе к стенке поставлю. Компания это выделяет как большое преимущество. Также можно отметить сразу, что указывается, что собрана в Германии она. Может, не видно, написано Made in Germany. И здесь тоже. Made in Germany. Сейчас мы ее поставим в рабочее положение на пол. Вот так она устанавливается. И сделаем небольшой обзор. Итак, машина имеет простую регулировку по высоте. Вот, вращаем. И видно, как она поднимается и опускается. Это для уборки более мелкого мусора и более крупного. Также, чем больше это вот расстояние будет, тем дольше будет служить щетина. Например, если работаете на бетоне, то можно еще ниже сделать. Если там асфальт, какая-то брусчатка, можно повыше. Ширина ее 72 сантиметра, если не ошибаюсь. Бункер такой вместительный. Снимается легко, чтобы ничего не мешало. Снимается бункер. Там вот мусор уже какой-то у нас лежит. Чуть-чуть испытали. Ну вот, собственно, сама машина. Это щетка, которая забрасывает мусор. И эти круглые щетки подгоняют его. Вот видно. Вот. Колеса большие, сцепление хорошее. Ручка тоже удобная, широкая. Вот, можно. Идем. Даже при небольшой скорости вращение хорошее. Двигать тоже легко. Вот. Так что сложного ничего нету. Техника надежная. Обслуживается в любом случае. Поставляется в Украину официально.